В гостях у учеников одной из школ побывали настоящие дипломаты. И это не случайно, ведь в Тверской области работает 4 клуба юных дипломатов. Один из них находится в школе номер 34. 27 апреля исполнился ровно год со дня его открытия. Этот новый для России, для нашего региона проект с успехом реализуется в областной столице. В чем его суть, расскажем дальше. Именно во время обучения в школе ребенок переживает становление личности, обретает возможность аргументированно дискутировать, чувствует желание отстаивать собственную точку зрения. Собственно, клуб юных дипломатов дает возможность развивать дипломатические способности учащихся. Наряду с академическими знаниями мы должны детям создавать такие условия, чтобы у них было психологическое благополучие. И, безусловно, мы должны создавать условия для дополнительного образования. От дипломатии в школьных отношениях, в школьной среде, до дипломатии затем в жизни и, возможно, у кого-то на профессиональном уровне. Один раз в неделю проходит встреча в клубе юных дипломатов. На них дети участвуют в деловых играх, учатся строить диалог и дискутировать, четко обосновывать и защищать собственное мнение, работать с оппонентом. В нашем клубе больше 30 человек уже, и ребята подтягиваются, присоединяются. Раз в неделю у нас проходит заседание клуба юных дипломатов. Мы встречаемся с ребятами, общаемся. У нас проходят уроки посвящения в истории дипломатии. Проводятся занятия по ораторскому искусству. Проходят различные дипломатические игры, дебаты, споры. И просто хорошо и весело с ребятами проводим внеурочное время. Тем самым даем возможность их дальнейшему развитию. Юра только 3 месяца ходит в клуб и уже чувствует, как он изменился за это время. Я пришел, потому что мне не хватало людей, места, где я смогу пообщаться и узнать много нового. Твоя жизнь как-то изменилась за эти? Очень сильно изменилась. Я стал более сдержанным и лучше говорить. Ребята принимают участие в разнообразных выездных мероприятиях. Это и университетские субботы, например, МГИМО, и поездки в другие города. Алиса учится в 3-м классе, в клубе состоит почти год. Впечатлений много. Мы ездили в МГИМО, в Тургиново на открытие клуба тоже юных дипломатов. Клубы юных дипломатов во всей России предоставляют детям прекрасную возможность уже со школьной скамьи быть вовлеченными в работу специалиста по международным отношениям, углубленно изучать профильные предметы и языки, знакомиться с важной профессией дипломат и с ранних лет строить счастливое, мирное будущее для своей страны.